Судьба Бориса Джонсона решится в понедельник вечером. Комитет 1922 года, включающий не входящих в правительство парламентариев Тори, проведет голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру. Для его запуска нужно было получить не менее 54 писем от членов консервативной партии. Если Джонсону будет вынесен вотум недоверия, он будет вынужден покинуть пост лидера партии, а также должность премьера. Порог в 15% парламентской партии, претендующей на вотум доверия премьер-министру, пройден, поэтому голосование по вотуму доверия состоится в рамках правил Комитета 1922 года. Это голосование состоится сегодня вечером в Палате общин между 6 и 8 часами. И вскоре после этого мы объявим результат. К такому решению однопартийцев Джонсона подтолкнул громкий скандал, связанный с проведением вечеринок на Даунинг-стрит 10 во время пандемии. Премьер не раз приносил извинения, но отказывался покидать свой пост. В обществе такое поведение Джонсона осудили. Более половины британцев поддерживают его отставку.